Акция в честь Всемирного дня донора крови. Студенты Киево-Могилянской академии организовали сбор средств для Красного Креста, продавали небесные фонарики, а выручку направили на финансирование проектов по сбору донорской крови. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. «Свет ради шанса на жизнь» – так студенты Киево-Могилянской академии назвали свой проект по сбору средств для Красного Креста. В небо над украинской столицей выпустили сотни небесных фонариков. Деньги, вырученные с их продажи, пойдут на финансирование проектов по сбору донорской крови. И он закупит новое обладание. С помощью этих денег Красный Крест закупит новое оборудование и привлечет новых доноров крови. Так они смогут помочь большому количеству людей, которые нуждаются в переливаниях крови. В проекте приняли участие около сотни человек. Краткий инструктаж, несколько неудачных попыток и десятки огненных фонариков поднялись в небо над Днепром. Окей, добре, давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Было видовищно, это было весело, это было круто. Это было зрелищно, это было весело, это было круто. Просто собраться в одном месте и получить массу удовольствия от того, что мы делаем. Получилось не у всех, но все равно это было смешно и забавно. Организаторы говорят, свои цели достигли и результатом довольны. Ведь даже небольшой суммы может оказаться достаточно, чтобы спасти жизни десятков людей. Майкл Лагода, Анжела Ляшко, UATV.